хроника военных действий текущего дня. К сожалению, именно так приходится начинать выпуск новостей. Военные действия со стороны азербайджанских вооруженных сил под руководством Турции продолжаются. Вчера на территории Армении азербайджанскими диверсантами был убит армянский солдат. Сегодня диверсионная группа проникла на территорию армянской приграничной воинской части и взяла в плен солдат, проводивший инженерные работы на своей территории. Что это как не продолжение войны, только теперь уже на территории Армении. Азербайджанские пропагандистские информационные сети тут же поспешили протолкнуть идею о том, что это армяне перешли границу с Азербайджаном. Трудно комментировать пропаганду, да и не нужно. К сожалению, все обстоит иначе. Действия вооруженных сил Азербайджана вполне укладываются в логику боевого планирования агрессии. Проводя разведку боем, то есть зайдя на территорию Армении и не получив ответа, они начали обострять. Драки, размещение постов, медленное продвижение вглубь территории. Целью всего этого является принудить власти Армении подписать демаркацию границ на условиях Баку. Подписать до выборов, так как никто не знает, чем они закончатся. При этом Алиев не определяет стратегию поведения Азербайджана. Ее определяют турки, которые полностью контролируют внешнюю политику Баку. Приводим мнение официальных лиц, выступивших в ходе дня. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Это не пленение, это похищение, так как наши солдаты находились на своей территории. Предлагаю Азербайджану отвести войска с границ и разместить международных наблюдателей в лице России или других стран Минской группы ОБСЕ. Министерство обороны Армении. Армянские военные не применили оружие, так как военно-политическое руководство пытается устранить ситуацию без применения силы. Мы после этого дали дополнительное время, и если требования не будут выполнены, то предпримем соответствующие меры. Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. Азербайджан открыто осуществляет нападение на Армению. Но шаги Баку направлены и против России. Уже появляются множество провокаторов, которые будут говорить, почему русские не вмешиваются. И это тоже одна из целей Азербайджана. Также сегодня грузовик Минобороны Азербайджана наехал на мину, следуя по дороге снабжения в направлении азербайджанских постов. Азербайджанские военнослужащие понесли потери, есть раненые. Возникает вопрос, как азербайджанский грузовик подорвался на своей территории? Ответ очевиден. Он ехал по территории Армении. К остальным новостям. Определились 23 партии и 4 партийных блока, которые будут участвовать в досрочных выборах. Процесс регистрации начался 26 мая и завершится 31 мая в 18:00. Через день ЦИК распределит эфирное время между участниками выборов. Официально предвыборная кампания будет проходить с 7 по 18 июня. Досрочные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня. Военнослужащие российского миротворческого контингента во время сопровождения сельскохозяйственных работ около линии разграничения сторон в Арцахе обеспечили безопасность при оборудовании противопожарной минерализованной полосы вблизи населенных пунктов Нахичеваник и Саргахпюр. Местные жители опасаются проводить сельскохозяйственные работы в пограничной зоне и обращаются к российским военным с просьбами обеспечить их безопасность. Миротворцы выполняют их заявки по мере очередности. Выпускники районных школ Арцаха приняли участие в упражнениях по стрельбе в Мартакертской военной части армии обороны Арцаха. Эти упражнения дают возможность проверить свои навыки и способности, особенно тем подросткам, которые станут будущими солдатами армии Арцаха. Ведь очень важно быть физически подготовленным. Продолжаем акцию «Покупай армянское, поддержи экономику страны». Представляем компанию «Jiltex». Уже год она производит постельные принадлежности и детскую одежду в Дилижане. 2 года назад основатели вернулись из России и решили восстановить семейную швейную фабрику. 20 июня 2021 года. Досрочные выборы в парламент Армении. Будущее нашей Родины зависит от тебя. Недавно мы рассказывали об открытии завода медицинских изделий в Ереване. Сегодня заложен фундамент нового производственного комплекса Ереванского завода медицинских товаров. За первые 4 месяца 2021 года компания экспортировала в Россию больше продукции, чем за весь 2020. Компания уже планирует открытие новых производств в селе Цахкунг, Геркуникского Марза и в городе Спитак.
Бизнесмен с Ближнего Востока армянского происхождения Африн Пага инвестировал 15 миллионов долларов в ювелирное производство, находящееся в селе Мусалер, Марза, Армавир. Сейчас в нем работает более 170 человек. Компания в состоянии обеспечить работой до 1000 сотрудников, но из-за пандемии и ряда препятствий в армянской инвестиционной сфере этот процесс значительно замедлился. В ходе визита были обсуждены эти препятствия и достигнута договоренность о работе с соответствующими ведомствами над их решением. При ювелирной фабрике есть также галерея и магазин. Произведенные золотые украшения продаются не только в Армении, но и экспортируются в Америку, Европу и Россию. Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении. Об этом заявил замминистра иностранных дел Китайской Народной Республики Ле Юйчен в ходе политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Армении и Китая. Российский политолог Сергей Карнаухов выступил с инициативой. «Я предлагаю организоваться и сделать следующее – взять портреты всех, кто отдал свою жизнь за свободу Арцаха в Первой и Второй войне, и 12 июня пройти двумя маршами с их портретами – один в Ереване, второй в Степанакерте». Без факелов, без лозунгов, без политики, со свечами. Я предлагаю назвать этот марш «Маршем Манте». Он должен закончиться в монастыре, потому что очень важно отслужить всем вместе панихиду по сыновьям, мужьям, отцам, дедам, родным и близким. Мир должен увидеть другую Армению, которая любит, которая верит, которая возрождается после тяжелейшей трагедии, чтобы ручейки памяти в этот день потекли по всему миру, во всех городах, по которым разбросано мировое армянство. Мы обязаны собрать их в единую реку любви, воздаяния, веры и ненависти к неприятелю, угрожающему армянскому дому. Как говорил сам Манте, единство рождает силу. Авиакомпания «Скат» с 28 мая текущего года начнет выполнение полетов по направлению Актау-Ереван-Актау. Рейсы будут осуществляться с частотой один раз в неделю, по субботам, с вылетом из Еревана. Авиакомпания «Скат» была создана в 1997 году в Казахстане. 31 мая в 18:00 в Степанакертской галерее откроется персональная выставка заслуженного художника Армении Арева Петросяна под названием «Давайте жить, чтобы заставить жить». Об этом сообщается в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах. Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян и руководство Ромы достигли договоренности. Армянский футболист подписал новый двухгодичный контракт с римским клубом. Отмечается также, что в зависимости от результатов Мхитаряна к истечению двухгодичного срока контракт может быть продлен еще на один год. Мауриньо, ставший новым тренером Ромы, одобрил новый контракт Генриха. Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Сарукян вошел в топ-15 легкого веса самого конкурентоспособного дивизиона лучшей лиги мира UFC.